Всем привет, новый выпуск мяса и новая трансформация на канале. Отгадайте, кого будем трансформировать? Вот этого товарища? Или вот этого товарища? А мне-то зачем? Мне-то что? Ты будешь трансформироваться? В кого? Качка. Нафиг надо там. Ты уже качок? Нет. Зачем качок что-то? Из жопы вытащил, все, сдулся. Тролли, расскажи, почему ты сегодня такой злой? Потому что... Видимо, у меня экран запотел. Да? Нормально, это бывает. Видишь, даже экран потеет. Чувствуешь мою энергетику, да? Как у тебя сегодня настроение? Херовое. Что случилось? Тебя кто-то обидел? Да, конечно, обидел. Проходил когда-нибудь без вазелина? Нет? Ты сегодня Андрей Анатольевич? Да, без вазелина. Тебе настроение устроил с утра? Настроение, конечно. Или тебе Петя? А Петя довольный? Нас. Убери, как убери, руку убери, я сказал. Так, ну что-то отвлеклись от темы. Блин, что-то у меня камера запотела, блин. Чувствуешь мою энергетику? Что случилось с камерой? Итак, новый трансформирующийся. Здравствуйте. Мясо, кому мясо, по заказу больше мяса, меньше жира в массу, больше мяса, мясо крепких костей, мясо по ГОСТу, диеты, горька новостей. Алексей. А вы вообще зачем я снимаю? Да, кстати, будьте знакомы, это Алексей, новый подопытный кролик. Впервые оказавшийся в тренажерном зале. Да, как, кстати, как ты здесь оказался, расскажи. Ну, я на самом деле ехал тут на улицу Мира, вот, и смотрю, просто стоит... И приехал на улицу Войны. Да, и смотрю, стоит моя машина, думаю, да, я поброжусь, похожу и заметил, в общем, тебя в этом зале. Вот, да? Собственно говоря, зашел в гости, ты видишь, я прям просто так вот гулял, и ты зачем-то как сказал какое-то слово «трансформация». Я, по-моему, на трансформе... Какой-то полтергейст. Я думал, трансформеров посмотреть ты меня позвал. А ты мне сказал про какую-то трансформацию. Итак, Алексей, говорят, что вы раньше выступали. Выступал. Где выступал? В Алдейбе, я честно скажу. Что там ты делал? Да ничего, просто танцевал на пол-дэнс на соревнованиях. Я помню, ты занял даже там первое место. Да, первое место. Абсолютное. Да, абсолютное место на двух шестах. Крутился. Итак, Леша, ты захотел стать качком. Нет, это ты захотел, чтобы я стал качком. Я не хотел. Так, Алексей, надо нам с тобой сделать замеры. Че ты вообще хочешь? Подожди, ты что будешь мне мерить? Ну как, что? А, размер ноги, я бы сказал. Размер ноги, 43-й. Давай, да, ладно. Голые мальчики ходят. Первый, второй. Я поднимаю просто рейтинг, у меня слишком мало девушек на канале. Я понял. Ну? Надо нам сделать с тобой замеры и посмотреть, насколько ты дрищ. И насколько ты... Ну, у тебя какой крутой шейкер. Ну-ка, покажи. Он фиолетовый. Цвет неудовлетворенности. Ну, видимо, потому что ты пока еще жирный дрищ, поэтому ты недоволен собой. Да. Посмотри вот на этих ребят. Ты хочешь быть одним из них? Одним из них? Ну почему бы нет? Или нет, или вот одним из вот этих ребят. Сейчас я посмотрю. Нет, я бы хотел бы вот... Сейчас. Нет, ну вот одним... таким ты хотел бы быть? Да, в принципе, не против. Ну вот будешь качаться, станешь таким. Да, что-то не очень верится. Так, давай, я возьмем сейчас замерялку и буду мерить твои культяпочки. Какое сегодня число? 7 июля 2015 года. 7 июля 2015 года. Ну что, давай замеряться. Можно сказать, первая тренировка будет сегодня. За какое время? Я не помню, за какое время. Фига у тебя там банка, нифига ты новичок. Блин, я думал, у тебя меньше ручища. У тебя, по-моему, они еще больше стали, тебе не кажется? Да, на 5. Вот. Нет, сантиметр. Натяни еще побольше. Нам нужен лучший результат. Все. Да что, все, блин, все криво. Вот, смотри, так же меряешь. Куда ты ее туда засунул? Вот, видишь? Вот так четко. Банка 43 у тебя. Пиздец. Слушай, для новичка это, по-моему, неплохо. Да, да. Для человека, который никогда в жизни не занимался, по-моему, это хороший результат. Тебе не кажется? Думаю, да. Но я... Так, давай грудные. Мне же не надо раздеваться. Надо.
Зачем мне разбираться? Ну как, надо же посмотреть, в какой ты форме находишься. Смотри, давай. Снимай какую. Чего там дальше? Грудные, да? Да. Пожалуйста. Мне тоже интересно. О-о-о! Калит. Калит. Метр. Руки подними, да? Одна красивая рука, вторая не очень. Одна моя, одна не моя. Я не я. Это какая-то рука из ада. Да. Такая красная, прекрасная. Тролль даже рот открыл. Давай, смиряй. Вот. А, да. Стоп. Что там у нас? 118, 119. Почему так криво? Почему криво? Понять не могу. Вот. Ну кривой или что поделать, Игорь, ты? Погоди, я что-то не понял. Почему так-то? Блять, вот Петя, вот цифра-то вот здесь, ё-моё. Как ты так меряешь? Блять, ну сука, двойная. Так, попытка номер два. Что там, 111, 112. Так, 112. Слушай, неплохая у тебя грудина для человека, который никогда ничего не делал. Талию давай еще замерим. Давай. Интересно, у Леши талия больше, чем у Пети? Это полюбас. Опа. Соточка. Правда. Прямо как у Катвера. Да. Прямо как у Катвера. Так, давай еще надо бедра замерить, икры. Давай. Жарко. Тебе нравится просто Леша, скажи об этом. Да, у него охуенная татуировка, мне нравится. Металюга. А где твои ноги? Там. Что, давай. Да нет, что-то даже есть там какой-то. Кусочки какие-то есть. Так, вот этой стороной. Давай, отодвинь ногу еще подальше. Что там? 60. Вот так вот, если. Вот так вот. 65. Нога, у тебя 65. Я ноги не тревал год, реально. Нифига себе. Давай еще и твою икринку. Поставил такой. Выставил. У тебя 52? 42. 42 сантиметра икра. А еще будем замерить? Нет, 128,5 сантиметров. Как у Распутина. Так, ну что, давай еще мы посмотрим, как ты выглядишь вообще. Пойдем в раздевалку. Ну, пойдем. Итак, подобно? Итак, больше остается после года без тренировок. Так, ну что, давай в пропорции становись. Давай, поворот направо. Да хороший. Давай двойничок еще сделай. О, красавчик. Давай задом. Все. Не, погоди, а задом-то что ты? Задом я не буду. А что ты там? Так а что ты показывай? Я потом покажу задом. Не, так. Все. Ты стесняешься? Нет, а что мне стесняться? Я уже тебе все показал. Я тебе покажу это без камеры. Ну и сколько у нас Леша весит? Ты похудел, что ли, со вчерашнего дня? 98,750. Знаешь то, что мужчина начинается или от 100 килограмм? Нет, все, что имеет мнение, там, должно весить что-то там 100 килограмм. Или иметь от 20 сантиметров. Я пару булок съем, что или иметь от 20 сантиметров? Да, мужчина должен весить или от 100 килограмм, или от 20 сантиметров. Черт, я что-то не там не прохожу. Ну что, пойдем? Сегодня у тебя спина. Пошли на спину. Сегодня у меня тренировка дома, где должна быть спина. Лешенька, давай, два подходика у нас на максимум. Широкий подход? Да. У Лехи начинается сплит алмаза. Понедельник это грудь, трицепс. Вторник это спина. Среда это отдых. Четверг это перед бедра. Пятница это дельты и бицепсы. И суббота это бицепс бедра и икринки. Да. Не, ну что, нормально все. В принципе, это было ожидаемо. Лёх, слушай, а я когда-нибудь тебя тренировал вообще так? Не,
Нет, мы все так умеем. По-моему, это исторический какой-то момент. Да. Да. Раздеваться перед тобой я раздевался. Да, много раз, между прочим. Много раз. У меня есть твои фотографии в трусах. Да, да, да. Вот, Леша тренируется в антуражку. Пока что. Да, Леша тренируется пока что в натурашку. Но когда он будет тренироваться не в натурашку, мы вам об этом скажем. Ну что, Леша отдохнул? Да. Давай работаем. Подход длился, по-моему, секунд 15. Да. Этого недостаточно для роста мышечной массы? Да, сколько это нужно? Надо 30 секунд. Ладно, я буду больше висеть. Ну что, Леш, с этим закончили. Давай мы сегодня перейдем на тягу Т-грифа. Вес уже твой стоит. Т-гриф в исполнении Алексея Жерихова, будущего мистера Олимпии. Нет, так что, с отдых паузы или как делать? Ты готов им стать? Нет. Да, отдых паузы. Причем мои тренировки не смотрел, как я выполняю упражнения. Не смотрел. На, держи, я тебе покажу. Нет, ты мне скажи, я пойму. Да, ставишь на пол в каждом повторении. Угу. Потом тянешь на себя максимально глубоко, максимально высоко. И стараешься не сильно не отрываться от спинки. Ты, блядь, мне как дебилу объясняешь. Можно было так. Ну ты на нее бил и похож вообще. Какими крючками? Другими. Да, ближе, 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 ближе. Ага, давай. Вот и отсюда работаешь. Приятного аппетита тебе. Спасибо, и вам того же. Вы еще не кушаете? А надо уже. Сашенька, как у тебя настроение? Я же люблю, что Но мы это уже заметили, причем это заметно в каждом кубическом сантиметре воздуха в Алмазе. Да? Голодный, потому что. Сегодня... Так ты не ешь углеводов нифига, вот поэтому ты и злой. Жизнь прекрасная без углеводов, и все видно в черно-белом свете. Что пока у него можно. Алешенька, ты проголодался? Нет. Возьми у Сашеньки кусочек. Возьми у Сашеньки, не буду Сашеньки, я так. Ну так, что? Так, все делаем? Да, давай работаем. Давай работаем. Да ты работай, блядь. Так я и работаю, я провожу персональную тренировку вообще-то. А сколько у тебя стоит персональный тренер? Сколько я должен по выходу? 3000 рублей. Охереть. Скажет мне, растут на сантиметр, да? Как минимум. Your glass eyes are upon me while I drift into dream. You pull me under, so I can no longer scream. You want to infest me. Чё? Все, поставил. Хорошо. Как ты себя чувствуешь? На самом деле отлично. Я знаю, ты очень доволен, что ты возвращаешься в режим. Опять благодарен тебе. Да, я тебя заставил, я понял, в случае чего я буду виноват. Да, да, да. Ты меня заставил тебе приехать на романтическое свидание в Петербург, после которого я остался. Да. Я помню этот закат. Да, да, да. Теперь ты меня позвал в этот клуб. Да, башка уже начинает болеть. Ну, это хорошо. Да, это хорошо вообще, приятно. Да, надо просто тебе аспиринчику закидывать полтаблеточки. Не, мы все закидываем, это наш секрет. Серьезно? Ты здоровый. Пол таблеточки нужно. Меня напрягает. Тебя напрягает?
Ты напрягаешь Лёшу. Да, напрягаю. Своими объемами. А если я скажу, что я с вами поделал как-то? Ну, мы думали, ладно, поделаем. Я думал, ты хотел у нас отобрать, точнее, у Лёши. Да. Нет, размяться, да, чего? Не, мы все, мы здесь закончили. Да, мы закончили уже, все, все. Мы уходим, мы уходим. А почему папа по ходу везде? Ну, потому что ты еще трещ, пока еще не готов. Лёш, ну как-то непривычно, у тебя на спине ничего не написано. На спине ничего нет, ничего не говорится. Так, Лёш, пошли на... Что это за замашки такие? А что, тебе нравится, когда Лёша тебя трогает? Лёш, ты тут какую-то, понимаешь, новую энергетику вносишь в алмаз, тебе не кажется? Да. Так, а что делать-то дальше? Так мы идем на пулдаун. Ты помнишь это заветное слово «пулдаун»? Да, это он. Петя. Все работают, кроме тебя. Знаешь, как это? Как котята, когда им надо кушать. Так и здесь все качают. Тебе не кажется, что там многовато тебе? Или для разминки сойдет? Да. Сколько оставить? Оставляй два диска. Давай, поехали, пулдаун. Максимально так же растягиваешься. За края, да. Назад отъедь. Еще. Во. Давай. Сильно назад не отклоняешься. Стараешься держать его ровно. И тащишь локтями вниз. Блять, нахуй мне это надо все, блять. Куда я впихиваюсь? Не, Леш, это подожди, это пройдет. Я тоже, когда начинал здесь тренироваться, я думал, блин, зачем я сюда вообще пришел? Да не, было круто очень, на самом деле. Чувствую, кстати, очень хорошо мышцы. То есть, ну, вот, здесь, знаешь, здесь правило очень простое. Или ты в алмазе остаешься, и ты здесь на всю жизнь, или ты здесь долго не задерживаешься. Нет. Я придумал по-другому. Знаешь, человек должен пройти огонь, воду, медные трубы. А нормальный человек должен пройти еще алмаз. Не, ну пока у тебя тренировки light. Lightweight, baby. Lightweight, да. Не, lightweight, baby, это уже в уровне выше. Да? Когда ты будешь приседать за 100 килограмм, да, я тебе позволю одеть пояс Ронни Коул. Пояс Ронни Кулимуну. Да. А когда ты будешь приседать за 200, я тебе дам пояс мяса по ГОСТу. А мне надо, да, приседать за 200? Я думаю, надо. Да хочу тебе же это легко с твоими итальяшками. Даже видел, сколько они там в сантиметрах. Мало? 60 там, сколько там? Ну это ерунда, у меня 80 сколько-то. Да? Осталось 20 сантиметров нарастить. Это получается треть, 30%. Да. 30% мяса. Ну ничего. Ну блин, а это что, у меня настолько маленькие ноги относительно твоих, что ли? Да. Я думал, они как минимум в два раза больше. Но они же мне жирные. Да не, я думаю, ты через... Сейчас давай мы с тобой месяцочек потренируемся в натурашечку. Ну да. Или это слишком долго? Ну да, а может быть полгодика? Ну так-то, в принципе. Не, план такой. Лёша сдает анализы скоро у Андрея Олеговича в клинике Алмазова. И мы будем смотреть карту его здоровья. Мы приложим к видео эту карту? Ну, не знаю. Я еще подумаю. Я вначале на нее гляну, а потом пойму, прикладывать или нет. То есть, если там все хорошо, то приложим? Естественно, а что ж я буду плохие анализы? Ну ты год отдыхал, у тебя там все должно быть нормально. Правда, за исключением печени, ты же пил, ты же начал пить. Ежедневно употреблял вообще. И не только пить. А что, еще есть? Ты еще ел? Я еще есть начал. Да. Итак. Да нет, должно быть, да, все в норме. Да, я думаю, мы потренируемся сколько? Ну, недельки две. Ты войдешь в режим, и потом мы тебя... Это, знаешь, ты будешь афишировать, что ты делаешь? Я не знаю, смотря людям, нужно это будет или нет.
Ребят, пишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы мы озвучивали все, что Леша делает, ну, имеется в виду. Все, что я вообще делаю в жизни, в принципе. Сколько вешать в граммах? Ну, в принципе, еще и нет, как бы. Если кому-то это надо будет. Да. Да, если кому-то надо будет. Если надо, ставьте лайки. Мы это только так можем определить. Если не надо вообще ничего, ставьте дизлайки. Мы заканчиваем трансформацию сегодня же. Я поеду домой тогда, в принципе. Давай, Алешенька, работаем. Ну что, Алешенька, давай следующее упражнение. Сильно не трывайся. Во. Поставил. Расскажи свои ощущения, Леш. Не, ну на самом деле очень круто, если так без сарказмов. Совсем по-другому чувствуется. Я не думаю, что это из-за того, что я это делаю после такого долгого перерыва. Вот совсем просто по-другому делать упражнение, очень технично. И самое главное, что есть почему-то желание именно ебашить на тренировках. То есть это не тестостероновая ярость. Не, может быть, у меня своя тестостероновая ярость уже появилась. Ну да, я думаю, да. Вот. Но, блин, прям... Только я быстро в эту форму. У тебя появилось желание? Я чувствую, что у меня болит голова. Это точно. Мы же все, закончили тренировку. Ну, конечно, мы нахер эту трансформацию. Закончили трансформацию. Я уже трансформировался. Ну что, Леш, давай еще подходи тебе. Да, немножко поддохни чуть-чуть. Ты неправильно пьешь из шейкера, блин. Так надо пить? Нет, с другой стороны вот поворачиваешься в правую сторону. Почему так? В правую сторону поворачивайся. Вот. Вот. И пьешь теперь. Сейчас, подожди. О. Давай, еще один подходик. Еще раз. Хорошо. Все. Ну, везде работаем сегодня с тобой. Два подхода по 12 повторений. Через недельку выйдем. Не считаем, сколько повторений. Ну да, особо-то и не надо. Потому что потихоньку ты будешь уходить в отказ. И сколько повторений, мы, так, для тебя это будет без разницы. Ориентировочно 10-15 в этом диапазоне. Без проблем. Ну, в среднем на 12. Давай, пора тренировать твои космические трапы. Трапы – это самое любимое у нас. I feel you twisting as I dangle from your dreams. Just a puppet to play with. Just a toy for your schemes. I will pull you under till you're choking dead and green. No longer will you lie a god or nothing to me. There's a dawn just building up inside me. A fracture in my mind. Смотри, когда устаешь, ты не поджимай трапеции наверх. Mm-hmm. Работай все равно локтями. Что-то мне уже без зала становится. Да? Ты уже готов? Да. Ну еще один подходик и все на сегодня. Не та игра. Не помогай бедрами. Еще один. Хорошо. Не прикалывайся, мне реально этих сил. Сейчас еще один подходик у тебя. Носочки врозь, пяточки вместе. Да не проблем, что. Давай. 15. Не помогай бедрами. Это все, да?
Ну, звездочки это хорошо, когда белочки будут, вот тогда. Лучше уж, да, звездочки, чем белочки. Ну, как, Алешенька, тебе тренировочка? Да очень хорошо. Ну, хорошо. Не, ну я устал, я думаю, по мне даже, возможно, видно. Ну, чуть-чуть, да, ты такой. Приуныл чуть немножко. Что-то вроде все хорошо, но приуныл что-то. Вот. Ну, надо, что, да, сейчас? Давай, Алешенька, иди. Съешь БЦАшек, порцию протеина, 10 единиц гормона роста, 10 единиц инсулина, цистанона 250 мг и фенильчика 500. И спокойненько баюшки. Ну да, хорошо. Ну да, всем, собственно говоря, счастливо. Ну там какие-то лайки, там это, дизлайки, мне сейчас не до них, конечно. Сам озвучь, что там ставить кому. Я просто пока покачаюсь, короче. Ну ладно, все, всем спасибо. Ребят, вам, как всегда, будьте добрее, умнее, веселее и здоровее. А я парень простой, с обычной мечтой. Хочу быть самым большим на свете качком. А кто хочет быть со мной, я не могу. Ну, давай как-нибудь потом. Беспонтовый, я парень спокойный. На постой по утрам жую аминокислоты. Расписаны весь день, как уроки по школе. Что когда съесть и остаться довольным.